Сегодня выпускники 11 и 9 классов уже приступили к сдаче единого государственного экзамена. Но в памяти еще долго будут праздники последнего звонка. Мы предлагаем вашему вниманию несколько материалов, посвященных этой дате. Под дождем или в зное, но в положенный срок, каждой новой весною есть последний звонок. Он экзамена вроде, он итоги подводит 10 школьных лет. Он прелюдия входа в беспредельность дорог. В средней школе номер 4 на торжественной линейке, посвященной последнему звонку, вышли два класса – 11 А и 11 Б. 11 А класс. Классный руководитель Гордеева Валентина Васильевна. Самый близкий друг наших выпускников. Всегда поддерживала своим пониманием. 11 А класс – это самые красивые девочки и спортивные мальчики. Активные участники спортсоревнований, награждены грамотами. Они веселые и дружные. Классный руководитель Кихтенко Алла Васильевна. Прекрасный педагог, удивительная женщина. Легко завоевывая призвание детей, умеет окружить их материнской заботой, любовью и лаской. 11 Б – инициативные и деятельные, веселые и жизнерадостные, полны задумок и идей. Первые помощники в проведении общешкольных мероприятий. При этом они хорошо учатся, занимают призовые места в конкурсах и олимпиадах. Пришла пора перевернуть еще одну страничку школьной жизни. 2010-2011 учебный год подходит к концу. Впереди у вас нелегкие испытания, единый государственный экзамен. У учащихся 11 классов и также учащихся 9 классов, у них в этом году тоже очень трудное испытание. Впервые дети сдают государственную итоговую аттестацию в новой форме, по новым условиям. Поэтому мне хочется вам всем, ребята, пожелать удачи, успехов. Я знаю, что вы сделали все для того, чтобы вы успешно выдержали итоговую аттестацию. И именно показатели итоговой аттестации и есть мерило нашей работы учителей, родителей, учеников. Сдать экзамены на 5, быть успешными в жизни, не забывать родную школу. Сколько пожеланий и напутствий давали в тот день выпускникам. Звучали и музыкальные подарки. Я больше не буду на школьном дворе, с портфелем идти в золотом сентябре. Я больше не сяду за парту свою, я младшим ребятам ее отдаю. Последний школьный звонок прозвенел, наверное, что-то сказать он хотел. Еще постоим у дверей, а затем мы просто из школы уходим совсем. Прощай, школа, я буду скучать очень скоро. И очень прошу, обо мне вспоминай. Я верю, для нас не закроешь ты двери. Ах, милая школа, прости, прощай. Года пролетели, минуты одной. Был первый звонок, а теперь выпускной. Молот-молот и звезды, спасибо за то, что все было серьез. Последний школьный звонок прозвенел, наверное, что-то спросить он хотел. Еще постоим у дверей, а затем мы просто из школы уходим совсем. Прощай, школа, я буду скучать очень скоро. И очень прошу,